Неизвестный мужчина посреди ночи поджег авто активистов Олеси и Виталия Голодков. На камерах видеонаблюдения видно, как злоумышленник подходит к машине марки Renault и оставляет около нее рюкзак со взрывчаткой. Активисты уверены, человек, который подорвал их авто, профессионал своего дела, ведь семья проживает в закрытом комплексе, попасть в который можно только с электронным ключом. Спокойненько заходит молодой парень, открывает, то есть, ну, видно, что профессионал, потому что открывает ключом там на закрытом комплексе этим электронным ключом, то есть, видимо, предварительно подобран. Идет спокойно, его кто-то наводит по телефону, вот, он идет, ищет мой автомобиль, подходит к нему, ложит у него такой рюкзачок, ложит рюкзачок, там, видимо, в рюкзачке это взрывное устройство. Виталий Голодок отмечает, что это не первая попытка напугать его и его жену, чтобы супруги прекратили лезть, так сказать, не в свои дела. Я это связываю с тем, что я проводил акции в порт Южный. Вот, мне конкретно угрожали, там звонили, передавали о том, что там меня там под парадной зарежут, как бы если я там не прекращу писать заявление и не буду там фокусировать внимание на том, что порт Южный конкретно банкротит. Полиция уже открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение имущества».